Тавад брахма катха мукти падави тавад натикти бхавит тавад чапи висхалатта майтена лока веда ститихи тавад шастра видам митаха калакала нана бахирватмасу си чайтанна прияджана джавад надигга чарха. Гауди Гоштипати Сишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что та причина, по которой я пришел в этот мир, чтобы рассказать вам о очень сокровенных вещах Галоки, и та причина, по которой я пришел сюда, я не смог рассказать об этом, поскольку время и обстоятельства они не позволили мне рассказать все об этой сокровенной Бхаджан-таттве. Та причина, ради которой я пришел, я так много хотел поведать вам, но моя жизнь проходит. Я говорю о какой-то предваряющих вещах, чтобы исправить такую неправильную текущую ситуацию. И вот я не смог дать то, что хотел вам дать. И на самом деле это наше сердце, это место. Мамадхура, это она зовется Судасатва Бумикой, когда наше сердце становится Судасатва Бумикой, когда сердце становится достигает качества Судасатвы, то в этом случае мы можем пригласить Кришну, чтобы он воссел в нашем сердце. Матхура — это место, в котором Кришна является, поскольку Матхура — это место чистой сатвы, там, где может явиться Кришна. И вот, если наше сердце осквернено, я говорил в тот день, что настоящая Гундича Марджана, ее нету, то мы не сможем начать наш Харибаджан, это невозможно. И вот Шуда Сатвамая Бумика — это первая необходимость. Наше сердце должно быть в Шуда Сатве, то в этом случае мы можем призвать Кришну, чтобы он воссел в нашем месте, в нашем сердце. Ну, смотрите, хотя Матхура — место чистое Шудасатвы, но там Камса есть, которая, как Хираньякашипу, постоянно беспокоит все. И он — олицетворение воплощения Камина и Камини Канчана. А Камса — вот это представители эгоизма, ума, тела и все, что связано с умом и телом. Он хочет это все защищать, но имеется в виду какие-то телесные представления. И вот Кришна, он родился и вырос внутри Вриндавана, в Гокуле. И после этого Кришна, он убил Камсу, и в сердце каждого есть Камса. Камса значит склонность к наслаждению. Внутри каждого есть Камса в нашем сердце. И вот Камса, он хотел защитить свои собственные интересы все время, а мы, и вот, к сожалению, мы заняты своими этими наслаждениями, поэтому Камса в нашем сердце, он должен быть убит. То есть эти все вещи, связанные с телом и прочими материальными вещами, и вот эта обязанность всех дживатм, чтобы призвать Кришну и убить Камсу внутри своего сердца, это первое должно
быть сделано, и после этого мы можем начать харибаджан. На самом деле Гурупад Падма, он очень милостив, что он хочет видеть Кришну, который находится внутри нашего сердца. Проповедь Гурупад Падмы значит, Гурудев, он милостивое олицетворение Верховного Господа Бхагавана. Он всегда призывает Кришну прийти в сердца своих учеников, а ученики иногда как-то хитрят с Гурудевом, и поэтому они теряют свой баджан и не могут совершать настоящий баджан. И на самом деле та шлока, с которой я начал, она написана Прабхудананда Сарасвати Падом. Это очень важная шлока. И вот здесь говорится: до того уровня мы можем обсуждать о Брахме. Мы можем обсуждать о Параматме. Так много вещей мы можем обсуждать. Мы думаем об освобождении, хотим достичь освобождения. Но что значит освобождение? Освобождение значит майвади, вот они думают, что это слиться с безличным брахманом. И если мы сольемся с безличным брахманом в итоге, то они думают, что они станут брахмой. И после этого у них не будет, они думают, что после этого у них не будет никакого отдельного «я». Но согласно Гаудисиданте, этого никогда не может случиться. Все бесчисленные дживатмы, у них должно быть отдельное «я». Они не могут уничтожить это, поскольку с бесчисленных времен как дживатма, так и параматма, то есть Господь и Верховный Господь и Джива, они отдельно существуют. Нельзя это как-то изменить. Но майвади, они пытаются избежать этого и слиться с безличным брахманом. Безличный брахман значит то, что нам не нужно больше страдать, но они думают, что им не нужно больше страдать, они просто сольются с безличным брахманом и все на этом. Но согласно Гаудисиданте, севак севья самбандха должна быть. То есть связь севака, то есть того, кто служит, и тот, кому служит. И вот в итоге, если дживатма пытается уничтожить свое собственное «я», собственное «эго», то и, соответственно, уничтожается вот это вот севак-сева самбанта. Ашадьявасту, тот объект, который мы хотим испытать. То есть эти три вещи должны быть отдельно. То есть тот, кто вкушает сладость, вкус какого-то объекта, тот объект и, собственно, сам процесс испытания объекта, сам процесс пробования его. Эти все вещи должны быть отдельные. А если это все сольется, то тогда не будет такого отношения чувства между севаком и севьей. То есть тот, кто служит, тот, кому служит. Это подобно самоубийству. В Упанишадах говорится «расова и сах». Знаете наверняка, что наивысший источник расы – это Кришна, раса Эвахиаям. Лабдаванандхи Бхавати. Наивысший источник расы – Кришна. И раса, которая прямо или косвенно как-то есть в этом материальном мире, она исходит из того изначального источника. Какие-то расы не прямо, а косвенно через Майю приходят. А те преданные, которые входят на путь Рагануга Баджана, они могут понять. И вот
прямо или косвенно любые расы, поскольку без расы никто не хочет жить. Если есть раса, поэтому мы хотим жить, а если нет расы, то кто хочет жить? Никто не хочет жить без расы. И поэтому мы должны понять то, что изначальная раса, она исходит из изначального источника Кришны. И Прабхупада Сарасвати Пад говорит: в тот день я говорил, что Кришна, у Кришны есть уникальная сила, перед которой мораль обязан, всякая мораль, общественные долги и прочее становится бесполезным. И вот мы выражаем почтение этой социальной системе, мы не должны делать вот что-то то или иначе, и таким образом мы помещаем себя в какие-то правила и предписания, без которых общество развалится. Но Прабхупада Сарасвати Пад говорит, и вот он говорит, мы можем говорить о освобождении до того момента, пока and tavat those who are pandit they are fighting with themselves, those who are pandit they are fighting with themselves. И вот пандиты, они спорят друг с другом насчет различных татв. И те, кто майявади, они вот спорят постоянно. Они их пытаются как-то избавиться от всех материальных вещах, что это плохо, то плохо, и после этого. И в итоге они даже избавляются от Кришны. Они говорят, что это не то, и то не то, и следующее не то, это не Брахмаваста. Они постепенно так сортируют, выкидывают все, и в итоге от Кришны избавляются также. И таким образом когда вы можете достичь того уровня и когда вы почувствуете, что вся эта социальная система, она бесполезна, поскольку это является препятствием для Кришна Бхаджана. Радхарани, она хочет совершать Кришна Бхаджан все 24 часа в сутки, но различные проблемы возникают на ее пути постоянно. Вот какой-то муж, Аян Гош, какие-то родственники, старшие члены общества и прочие, они, и поэтому Радхарани Кришна Сева открыто не может совершать. Но с одной стороны это хорошо, поскольку если есть какие-то преграды в нашем бхаджане, то если препятствий нет, то мы не можем силу обрести в бхаджане. И это особенность Рагануга бхаджана, что чем больше каких-то сложностей на пути бхаджана, каких-то препятствий, тем больше мы обретаем силы в хари бхаджане. И это особенность Рагануга бхаджана. И вот Прабхупада Сарасвати Пад говорит, что до этого уровня мы можем чувствовать, что все как бы хорошо, но когда вы достигнете того уровня, где спонтанная, естественная любовь к Кришне у вас появится, и вот когда вы разовьете эту спонтанную, огромную, естественную, непреодолимую любовь к Кришне, вы не сможете остановить себя, вы захотите избавиться от всех
правила при Писании, которые мешают служить Кришне. И в этом случае все правила при Писании, они станут преградой на вашем пути. И те пандиты, они спорят друг с другом, что то, что не то. Когда вы сможете прекратить ваши споры, тогда, а только тогда, когда вы встретитесь с чистым преданным Гауранги, Гаура Бхактой. А до того вы можете спорить с друг с другом и со всем остальным. И вот до того момента, пока вы не встретите чистого преданного Гауранги, то до тех пор у вас будут какие-то споры. Но когда вы встретите его, все это желание спорить, оно пропадет. Смирение, оно само явится в вашем сердце, вы почувствуете, что вам стыдно смотреть на Гуру и Вайшнавов из-за своего такого падшего положения, и такое настроение должно явиться в вашей жизни. Шрила Прабхупад много раз говорил, что Тринадапи Бхава, она естественна на пути служения Ануга или Анугати Радхарани. И вот на пути Анугати лотосным стопам Радхарани это естественно. Никакой этой искусственности не там нет. Тринадапи Бхава, она естественно явится. Я могу несколько примеров привести. Сарвабхаума Бхаттачарья, он спорил со всеми каждым, с Гопинатхачарьей, с Шиманом Махапрабху даже спорил, все время спорил с Господом и его преданными, поскольку он хотел доказать, что Брахма — это все, и кроме Брахмы ничего нет. И вот Сарвабхаума Бхаттачарья хотел утвердить эту Брахма-таттву, всегда спорил с преданными. И всегда он хотел Майвада Сидданту как-то утвердить, но очень горд он был. И вот он хотел, бросил вызов Гопинатхачарье, и когда Гопинатхачарья сказал, и вот у них были до этого отношения какие-то, какая-то дружба между Гопинатхачарья и Сарвабхаума Бхаттачарьей. А еще они родственники были. Тот был брат. В общем, родственник какой-то. То ли брат жены, то ли что-то такое. И когда перед Гопинатхачарьей Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, что я хочу что он хочет дать Махапрабху какую-то мантру, чтобы он возвысился до более высокой это касты Бхарати Сампрадая, до Бхарати Сампрадая, чтобы он возвысился. Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, что вот он с какой-то, он с более низкой Сампрадай получил саньясу, с какой-то средней этой Сампрадай, а я могу возвысить его до более высокой Сампрадай. И Сарвабхаума Бхаттачарья, Гопинатхачарья сказал ему, что это ты возгордился с собой, ты не знаешь, кто он. Он Верховный Господь, что Верховный Господь, да, а каков признак Верховного Господа? И вот вы не можете понять. Если вы придете на нейтральный уровень, то поймете, что он Верховный Господь. Пытайтесь понять, и спор начал возник. И после этого, когда Сарвабхаума Бхаттачарья, он хотел
Научить Веданте, и вот Сарвабхаума Бхаттачарья хотел научить Веданте Махапрабху, вот он говорил, это в свете Майявады, и потом Махапрабху он слушал, и однажды Сарвабхаума Бхаттачарья спросил, что ты ничего не спрашиваешь, как я знаю, понял ли ты или нет? И Махапрабху ответил, Махапрабху сказал, когда вы говорите изначальные шлоки, из Веданта я понимаю их. Но когда вы объясняете эти сутры, я ничего не могу понять, что ты говоришь. Да, так и есть. И когда вы говорите вот изначальные шлоки, понимаю, ясно, они подобны солнцу в небесах без туч и облаков. Но когда вы объясняете ваши объяснения, они как тучи на небе. И вот Сарвабхаума Бхаттачарья таким образом хотел утвердить Брахма-таттву, но Махапрабху начал давать свои объяснения. Вот Махарадж книгу написал на эту тему, Нилачал Веданта Вакья. В Нилачал-даме вся это все обсуждение Веданты, эта книга достаточно маленькая, но там очень прекрасно все представлено, вся их беседа, все их обсуждение Веданты. И вот, когда Сарвабхаума Бхаттачарья хотел утвердить эту Брахма-таттву, Махапрабху говорил, что ты говоришь о безличном Брахмане, но Сачитананда Виграха, Верховный Господь, Он есть, и ты не можешь понять и почувствовать, поскольку ты занят Майявад-таттвой. Майяваде есть они оскорбители лотосных стоп Кришны, есть много видов оскорблений. И вот Махапрабху говорит, когда мы думаем о Виграхе Кришны, как о чем-то материальном, сделано из глины, металла или еще чего-то, есть много оскорблений, но самое худшее оскорбление, если вы думаете, что Виграха Кришна, она материальна. И когда мы думаем так, это очень опасно, и поэтому майявади, они как раз, это их основополагающая идея, и поэтому они из-за своих оскорблений, они деградируют и не понимают Кришна-таттвы, Бхагават-таттвы, Бхакти-таттвы. И вот Махапрабху начал отвечать. И вот они обсуждали эту шлоку, в которой говорится, что у Господа нет ни рук, ни ног, но этот майявади вторую часть забыл, и Махапрабху указал на это, то, что хотя говорится, что у Господа нет ни рук, ни ног, но он ни глаз, ни рта, но он все принимает и ходит, и смотрит, несмотря на отсутствие глаз, слышит все, но ушей у него нету. И Махапрабху указал на это Сарвабхаума Бхаттачарья, то, что Господь все делает, несмотря на отсутствие тех же ног, но Он двигается. И это значит, что у Господа нет материальных ног, ушей, глаз. Но есть трансцендентное, все это есть трансцендентное. И когда Махапрабху начал приводить аргументы, Сарвабхаума Бхаттачарья, он занервничал и не знал, что ответить. И в итоге,
когда Махапрабху, он явил ему свою шестирукую форму, и тогда Сарвабхаума Бхаттачарья уже не смог потерпеть это. И поскольку, когда Верховный Господь является, обусловленные души не могут смотреть на Него, они не могут из-за могущества Господа находиться перед Ним, и поэтому он упал без сознания. И когда Махапрабху прикоснулся к нему, спросил: «О, Сарвабхаума, что случилось? Вставай!» И тогда тот встал и начал возносить стотры. Он сочинил 100 стихов в честь Махапрабху. Вот эти шлоки. И его тело начало трястись, и он вознес сотню стихов в честь Махапрабху, поскольку сейчас, по милости Махапрабху, он... Он осознал свое положение, он говорил, что я бесполезен, я гавкал этой Майавадой. И все мои ученики, мы как подобно собакам гавкали с этой Майавадой. Спорил со всеми, пытался утвердить Майаваду, но сейчас, по твоей милости, я понял, что такое бхакти. И вот таким образом Махапрабху хотел утвердить бхакти-татву и спасти Сарвабхаума Бхаттачарью от майавада-татвы. Таким образом, и вот во всей Нилачал-кшетре Махапрабху, он явил эту лилу с различными преданными, такими как... И вот в каждом случае было какое-то особое значение каждой лилы. И в день Хирапанчами сегодня особый день, особая лила. Каково значение этого дня Хирапанчами? Я в тот раз говорил, что гаудии, у них есть это чувство. Они привели Джаганнатха из Курукшетра Двараки в Вриндавандаму. Это настроение гауди. Они хотят призвать Джаганнатха, Господа, внутрь Вриндавана. И во время Ратхаятры они так привозят Господа, и как Дина доходит до храма Гундича. И в этот день, когда... И они думают, что Гундича, он олицетворяет собой Вриндаван, и преданные так везут Господа во Вриндаван. И также во время обратной Ратхаятры Махапрабху тоже хотел участвовать в ней. Он тащил колесницу Джаганнатха, пил и танцевал. И вот есть аргумент, что чистые преданные всегда думают, что мы Джаганнатха везем с Курукшетры в Вриндаван. А после этого они думают, что Господь, Он с нами во Вриндаване, и какие-то преданные говорят, что мы не должны участвовать в обратной Радхаятре, когда Джаганнатха из Вриндавана в Двараку везут. Но забывают одну вещь: Махапрабху в обратной Радхаятре также Махапрабху участвовал. Но поскольку разные преданные есть там, есть Сварупа Госвами, Санатан Госвами также был там, и вот различные преданные, Сарвабхаума Бхаттачарья, там Рарамананда, Шривас Пандит и все другие гауди, Мурари Гупта был там. И вот если бы Махапрабху не участвовал в обратной Радхаятре, какие-то преданные бы обеспокоились. Сивас Пандит там был. И вот Сивас Пандит, он Нарада, олицетворение Нарада. И Нарада, он... У него есть чувство такого благоговения, чувство. И
поэтому Махапрабху, он... То есть, хотя Махапрабху участвует в обратной Ратха-ятре, но нельзя думать, что у него другое настроение. И вот Махапрабху, когда заходит в храм Джаганнатха, каков даршан Шри Чайтанья Махапрабху, что он видит? Радха Алингита Виграха. Махапрабху не смотрит на Джаганнатха в Джаганнат Мандире, что он в Двараке. Нет, он видит, как Кришна, как Кришну обнявшую. Кришну, который обнимает Радхарани и сидит на своем троне. И вот люди, они неправильно понимают это. И вот сейчас я возвращаюсь к этому, к этой лилии Харапанчами. Она очень прекрасна. Харапанчами значит, так, это лила, когда Лакшми Деви в храме Джаганнатха есть Лакшми, и вот Лакшми Деви, она позволяет Джаганнатху выйти из Джагнат Мандира, но время недостаточно много прошло, Лакшмина гневается и хочет Джаганнатха назад привести в храм. И вот она идет со своими спутниками, с палкой, чтобы отлупить Джаганнатха, и такая лила. Обычно это ночью происходит, Лакшми Деви идет со всей своей группой, чтобы с пандами поругаться и вернуть Джаганнатху назад. И вот она на паланкине со своими спутниками идет туда. И вот панды возмущаются, Лакшми со своими этими спутниками бьет этих панд, и эти панды молятся ее стопам, что идите, мы скоро Джаганнатха назад вернем в ваш храм, не беспокойтесь, возвращайтесь назад. И вот после этой лилы Джаганнатх, он назад возвращается, такая лила, и в день Харапанчами Раджа Пратапарудра говорит, он дал указание своим этим служащим, то, что никаких проблем и беспокойств не должно быть для Махапрабху, вы должны сделать все, что нужно ему. Даже не спрашивая, вы должны все делать. И вот царь Пратапарудра все сделал, организовал для Махапрабху. Шривас Пандит, Сарубас, Гасай, Рай Рамананда, они сидели там на каком-то возвышении и видели эту лилу Харапанчи в день Харапанчами. И тем временем Махапрабху, он спрашивал какие-то вопросы Сваруп Гасай. И Сваруп Гасай и Шивас Пандит, они были там. И тем временем Сваруп Гасай, он отвечал о славе Радхарани и Вриндавана. И наш Шривас Пандит, он прославлял Вайкунтху и богатство Вайкунтхи, насколько велика и богата Лакшми Деви. И вот они спорили на основании шастры на эту тему, и Махапрабху говорил Сваруп Гасаю, о Сваруп. Шривас Пандит, он Нарада. И поэтому он всегда прославляет Вайкунтху. Но на самом деле Вриндаван, в каждом уголке Вриндавана столько богатств, что невозможно найти во всей Вайкунтхе. И
И вот, несмотря на все богатство Вриндавана, все это покрыто Мадхури расой. Поскольку если была бы другая раса, то мы не могли бы получить столько сладости. Поскольку если это Ашварья Бхава, такой Бхава богатства и благоговения, то Радхарани и Гопи, они не могли бы получить столько сладости от отношений с Кришной. Все, конечно, исходит из Радхарани, но внешне мы не можем найти. И вот гопи, они хотя все знают, но являют себя как какими-то необразованными, то, что они просто какие-то деревенские женщины, но эта Бхава, она очень высока, и просто войти мы не можем в эту область, и поэтому Рупа Госвами Пад говорит в Расамрита Синду. У нас нет никаких представлений о расе. А если у нас было бы какое-то представление о расе, то тогда мы не стремились бы к каким-то материальным расам. А почему мы стремимся к материальным расам? Это говорит о том, что у нас нет представления о трансцендентных расах. Если бы у нас было бы какое-то представление, какая-то идея о расататве, какое-то малейшее хотя бы представление о расататве, то тогда к материальной расе мы не стремились бы. У нас не было бы никакого желания к тому, чтобы стремиться к материальным расам. Расататва, расабас, есть много вот этих. Вот сахаджи, они к этим каким-то извращенным формам расататвы стремятся. И вот когда Сваруп Госвами говорит о какой-то глубокой философии, то Махапрабху, он выражает Радабаву. Радабава, она всегда есть. Но для преданных Махапрабху, то есть если бы и вот Радабава, она есть в Махапрабху, иногда она полностью проявляется, иногда нет. И когда Сваруп Госвами, он говорит о великой философии, о преме Рада Кришны, то тогда постепенно сочетание Махапрабху, он проявляет эту Радабаву открыто. И Махапрабху так постепенно он являет эту Радабаву, и в этом случае Нитянанда Прабху, пытайтесь понять эту расататву, Нитянанда Прабху присутствовал там, но как и Махапрабху только явил Радабаву, Нитянанда ушел из этого места. Без Нитянанды никто не может контролировать Махапрабху, поскольку Махапрабху, когда танцует, плачет, Махапрабху, он падает на пол без чувств, и тогда Нитянанда защищает его все время. Но в это время, когда Махапрабху явил Радабаву, то тогда сразу Нитянанда ушел, поскольку это был бы расабрас, если бы он не ушел, но никто не понимает этого, и поэтому не говорят. И Махапрабху в тот момент он ушел, и после этого Махапрабху он опять явил Радабаву в такой глубокой степени. Вот эта Харапанчим Бхава, она очень важна. И после того, как Лакшми Деви ушла, поскольку они пообещали, что мы Джаганнатха вернем назад, и они уверили ее, и она ушла. И вот эта шлока с Расамрита Синдху, которую я произнес, все, что мы
все, о чем мы считаем, думаем и сравниваем это с нашим прежним опытом. Но здесь Рупа Госвами говорит, наша мысль не может достигнуть такого высокого уровня, наши аргументы они тоже не могут достигнуть того уровня. То великолепное состояние сердца, материальная бхава, она уйдет, и когда сердце наполнится сатвой, не просто сатва, а сатва уджал, не просто чистой сатвы, а такой сияющей, чистейшей, наичистейшей сатвы. И когда такая наичистейшая, сияющая сатва явится в сердце, то тогда у нас мы сможем осознать, что такое расататва. И тогда мы получим вкус к этой расататве, как Махапрабху в Аллахабаде. Он давал такие наставления Рупе Госвами Паду. И в этом случае Махапрабху обсуждал так много вещей, и после этого Махапрабху говорит: «О, Рупа, Кришна, он океан красоты, Кришна, он океан хороших, благих качеств, что еще сказать? Я хочу дать тебе каплю этого вкуса, чтобы ты понял, что такое Кришна Бхакти, что такое Рагануга Бхакти, Рагануга Бхакти». И вся Враджа-лила, лила Шичитани Махапрабху, она там, и мы можем получить все объяснение Рагануга Бхакти и Рупануга Бхакти, всю Враджа-лилу мы можем найти в практической форме в лиле Шичитани Махапрабху. В лиле Шичитани Махапрабху мы можем найти полную Враджа-лилу. Полностью, значит, со всеми параферналиями, со всеми составляющими, со всеми принадлежностями. Канайя-кутия, вы помните, во время Нандотсава, Боже Чайтанья Чаритамрита описывается, это во время Нандотсава Канайя-кутия вел себя как Нанда-баба. И Махапрабху, он вращал какую-то палку в руках, как Гопал. Эти пастухи, они могут так крутить палки в руках очень красиво. И Махапрабху этим показывал, что он гоп-пастух. И таким образом вся Враджа-лила, она проявлена была в Гаура-лиле, поскольку разные преданные в Гаура-лиле, у них есть их форма также в Враджа-лиле, как Сваруп Госвами, Лалита Сакхи, Рай Рамананда, он Вишака Сакхи. Много Пундарик Видянитхи, он Вришабхана Махарадж. И все различные преданные, у них есть их форма в Гаура-лиле также, и они являются эту лилу, участвуют точнее в этой лиле с Шри Чайтанья Махапрабху. И поэтому Вишванатха Чакраварти дает нам такой совет, то, что если мы не примем помощь в гору, от гора лилы, от гора Аштакаля лилы, если мы не примем помощь от гора лилы, то мы не сможем войти в Рада Говинда Аштакаля лилу. Это невозможно. Вишванатха Чакраварти Пад, он говорит нам, как мы можем получить доступ туда. Все зависит от нам баджана. Если мы будем совершать идеальный нам баджан, то тогда автоматически это произойдет. И мы сначала получим вкус к нам баджану.
И после этого мы получим вкус к Рагануга и Рупануга Баджану. Это впоследствии произойдет, не сейчас. И вот внутри Гамбхиры Махапрабху различные лилы совершает. Он являет различные лилы. И в Навадвипдхаме любые лилы, показанные Махапрабху, это величайший идеализм. Когда Махапрабху являет грихастха лилу, то это тоже наивысшее. Когда Махапрабху он показывает нам, что он этот ученик в виде вилас лилу являет, то это тоже наивысшее. Когда Махапрабху являет грихастха лилу, это тоже лучше. И когда Махапрабху показывает враджабаву, это тоже наивысшее. И нет сомнений в этом. Махапрабху все время совершает лилы в различных... Вместе с Рабхамом Бхаттачарьях он хотел спасти его. И Сварупгасай, и он всегда защищает от нежелательных элементов, от всяких майвади, у тех, у кого есть осквернение майвады, Сварупгасай, он защищает их. И Сварупгасай не позволяет им войти в Гамбхиру. И Валабхачарья, он уважаемый человек, очень уважаемой личностью он был. Махапрабху, он выразил ему почтение в Раграме и принял служение от него, чтобы благословить его. И после этого в этой Нилачалдаме, когда Валабхачарья, он явил ложное эго, Валабхачарья пришел с каким-то новым комментарием на Бхагаватам. Then he wanted to express in front of Mahaprabhu. И вот перед Махапрабху он сказал, что я не могу принять комментарий Шридас Госвамипада. So I write firstly. И я вот новый написал комментарий. И Махапрабху был настолько разгневался на него, что отверг его, и вся лила Шри Чайтаньи Махапрабху, она для того, чтобы очистить наше сердце. Гора Аватара — это особый аватар, чтобы очистить сердце тех преданных, чтобы очистить их сердце. И вот все преданные, они пришли к Махапрабху. И если у них есть какое-то ложное эго, Махапрабху, он помогал избавиться, очистить их сердце различными способами. И перед Радха-ятрой, когда Махапрабху, после Снан-ятры, когда Махапрабху явил это чувство разлуки, вирахи, когда мы не можем видеть Джаганнатха в течение 15 дней с Снан-ятры. И вот в это время никто, в течение 15 дней никто не мог увидеть Джаганнатха, Баладеву и Субхаду. Они болезни являли. И поэтому Махапрабху, он в Аланнатху ехал, поскольку он не мог потерпеть разлуку. Там какой-то Алвар с Южной Индии храм основал, и все преданные пошли туда, чтобы Махапрабху вернуть, поскольку он не смог, поскольку Джаганнатха нельзя было видеть в течение 15 дней, поэтому Махапрабху отправился в Аланнатх, чтобы
Там тоже Джагнас есть какой-то, и вот он туда отправился, и вот на пути Рада Анугати Тринадапису Ничидана. Естественно, Сарвабхаума Бхаттачарья был очень горд, мы знаем, но после этого он исправился, и он почувствовал Тринадапи Бхаву. И Санатан Рупа, все, кто нет. Санатан Госвами Пад сказал, что у меня нет права заходить в храм Джагнатха. Даже однажды Махапрабху пригласил его, и тот пришел не прямо, а косвенно. Поскольку прямо Махапрабху, он знал, конечно, все, но все же спросил, как ты пришел. И тот ответил, я пришел через океан. А почему не прямой дорогой? Так жарко, такой песок горячий там, ну, он сказал, что не могу ходить по главной дороге, поскольку могу случайно задеть и осквернить служителя Джаганатха. И Махапрабху так видел, насколько смиренный Рупа Санатана, какое смирение они являют. И тогда Махапрабху он обнимал Санатану каждый день. Харидас Такур не встречался с Махапрабху внутри Гамхиры, он даже не заходил туда, ему дали место на Айтоте, и вот он там находился, и обычная практика была в том, что Махапрабху шел в храм Джаганатха, а потом встречался с Харидас Такуром на обратном пути, давал ему просад Туласи, и после этого возвращался в Гамхио, и вот Рупа и Санатана. Они также, когда отправились в Пуршоттамдхаму, они остановились вместе Харидас Такура. Они никуда не ходили, они говорили, что мы падшие души, мы не можем ходить вот по главным улицам. И Санатан Госвами, когда шел мимо Джараканда, там плохая вода, и это по воле Махапрабху случилось. Махапрабху хотел что-то показать этим. И вот в Джараканде вода была плохая, и Санатан развил какую-то кожную болезнь. И вот какая-то проказа или что-то такое, вот гной был, кровь текла, а Махапрабху все равно каждый день обнимал Санатана. А Санатана, он чувствовал себя плохо, то, что не прикасайся ко мне, смотри, какая скверная болезнь у меня, а ты обнимаешь меня каждый день. Но Махапрабху не слушался, каждый день он приходил и обнимал Санатану. Не только это. И также Махапрабху говорит, что я прикасаюсь к тебе, чтобы очистить себя. Это чистота, которую нет, ты имеешь ту чистоту, которой нет во мне, и поэтому я обнимаю тебя. Но Санатан, он заплакал, и однажды Санатан Госвами решил отдать свою, броситься под колесницу. И вот Санатан думал, что Махапрабху каждый день обнимает меня, и это плохо, поэтому я лучше брошусь под колеса Радхаятры. Но Махапрабху знает все, он пребывает в сердце каждого, и Махапрабху пришел и сказал Санатане, о Санатана, что же ты думаешь? You are going to lose your vision, you are not thinking. What happens, Prabhu? Actually, if I can get Krishna, Sanatan, if I can get Krishna, Sanatan, if I can get Krishna, then if I can give life and I can get Krishna, просто, что, если я могу
совершить самоубийство и обрести Кришну, если бы это было так просто, если бы с помощью оставления тела я бы обрел Кришну, то тогда я мог бы заделать каждый раз, но не думай, что самоубийство, оно чем-то поможет. Махапрабху сказал: «О, Харидас, смотри, он не следует своим принципам, он хочет совершить самоубийство, броситься под колесницу Джаганатха, но это мое сокровище. О, Харидас, если я даю какое-то богатство кому-то сохранить, то он должен сохранить, а не использовать и не потерять. Я дал ему только на хранение, а если человек это вместо того, чтобы хранить, потеряет, то это плохо. И он сказал: «О, Санатана, это не твое тело, это мое тело, поскольку ты предался мне. Через твое самопредание ты уже сказал, что это не твое тело, а мое тело». Полное самопредание, что значит? И вот согласно этой шлоке, вот, точнее киртану, из Шаранагати Бхактивинода Такура здесь говорится, что ум, тело и все, что у нас есть, мы предлагаем Господу. И Махапрабху говорит: «Я знаю, почему ты пошел на такой шаг. Ты думаешь, что ее твое тело скверное, грязное из-за того, что ты болеешь проказой, но поверь мне, когда я хотел обнять тебя, я почувствовал прекрасный аромат чанданы». И это чанданы, камфоры и еще как чего-то. И все это в храме Джаганатха. Джаганатху что-то предлагают, какое-то благовоние с чандана, камфоры, агура и еще каких-то этих благовоний. И, точнее, делают пасту из чанданы, камфоры и еще каких-то составляющих и предлагают Джаганатху. И вот Махапрабху сказал: «Когда я первый день хотел обнять тебя, я почувствовал этот прекрасный аромат, но ты думаешь, что твое тело больное, но поверь мне, маленький ребенок, когда мать, она убирает за ним, даже из рождения, то если этот ребенок, он испражняется даже на руках матери, эта мать, она не выкидывает его, она убирается за ним. И, о Санатана, если я не обниму тебя, то тогда Кришна посмотрит на меня». Махапрабху говорит: «Если я буду ненавидеть тебя, что у тебя кожа болит, чем-то проказа какая-то, то Кришна не простит меня». Махапрабху говорит: «В этом случае Кришна не простит меня, накажет». Тело вайшнава, оно нематериальное, оно трансцендентно. Господь говорит, что тело вайшнава, оно всегда трансцендентно. Калинак в своей прошлой жизни. И вот он очень болен был, никакие доктора не могли исцелить его, и после этого кто-то дал совет, что есть один чистый саду, там иди к нему и прими воду, омывшую его стопы. И вот этот человек пошел туда, смотрит, что тот этой проказой болеет, и думал, как я все это... ну, как-то неприязнь такую почувствовал, но все-таки омыл его стопы, но воду пить не стал, а так побрызгался с пренебрежением, и поэтому калинагом стал. И мы не можем выражать какое-то пренебрежение гуру вайшнавам,
или какую-то неприязнь, поскольку тело вайшнавов, оно трансцендентное, оно апракрита. И поэтому Махапрабху, он хотел вот во всей лиле, что с маленьким Харидасом, что с большим, вот он хотел утвердить вот эту апракрита татву. И во всей лиле можно найти то, что практическое применение Рагануга-баджан в практической форме со всеми преданными, и у Махапрабху в Нилачал лиле это великолепная лила. Нилачал в Раджа Мадхури внутри. Внутри Гамхири мандира. Там можно найти полное, точное объяснение Враджа-лилы. Если вы хотите, конечно, понять Враджа-лилу, то вы должны идти в Гамхиру. И тогда вы поймете, что вся лила там в практической форме явлена. И вот поэтому мы слышали от Гурваги, что сочетание лила — это полное объяснение, детальное объяснение той Враджа-лилы. Шри Чайтанья лила — это полное точное объяснение той Враджа-лилы. И вот те, кто Враджаваси, те Навадвипдама, это тоже Вриндаван. Враджаваси не значит, что... То есть имеется в виду, те, кто в Навадвипе живут, они тоже Враджаваси. И вот те Враджаваси, другие Враджаваси в Кришна-лиле, как Кришна-лиле, так и в Гора-лиле, они все участники этой лилы, они все Враджаваси. И через Харинам, когда мы почувствуем, что какая-то вот конкретная наша бхава, то тогда вы можете совершать ваш баджаны садгуру. Он явится к нам во сне или еще как-то и покажет на ваше истинное «я». И тогда вы будете дальше совершать баджан. Ваше подлинное «я» осознать можно с помощью садгуру. И вот разлука тех Враджаваси к Гауранге Махапрабху, чувство разлуки к Бхагавану или к Враджаваси и Кришне. И вот мы должны понять то, что настроение этих Враджаваси. Anybody coming from there, there also we were crying. You have seen our goal there in Vrindavan, in Nilachalam. И вот основа Рагануга Баджана, Кришнадас Кавирадж Госвами пишет. Естественное влечение, естественная любовь Кришны к Враджаваси и Враджаваси к Кришне. И когда они получают даршан Махапрабху, находиться с Махапрабху в течение 4 месяца. И вот те Враджаваси, имеется в виду живущие в Навадвипе, Навадвипаваси, они 4 месяца в году находились с Махапрабху в Пурушоттам Даме. Они совершали нам санкиртан, принимали прасад. И вот день и ночь они находились там с Махапрабху. И вот там, и вот они шли пешком с Навадвипы до Пури. Они шли через Миднапуру Пичолдо. From here, Navadvipa, how long distance? From there, Purushottam,
Ну, если так пешком идти, они не прямо еще шли, а ну, через какие-то населенные пункты, ну, до километров 600 где-то. То есть идти долго. Там еще женщины были, дети, пожилые, еще поклажа их была. Но они с великим энтузиазмом шли, чтобы увидеть Господа своего сердца, Гаурангу. И когда вы почувствуете, что ваше сердце Гаура, то тогда вы, несомненно, уже будете на пути Рагануга Баджана. Если вы когда-то обнаружите, что ваше сердце имеет огромную любовь к Гауре, то тогда будьте уверены, что вы получите доступ к Рагануга Баджану, и тогда после этого сколько времени занимает их но они еще не только шли, еще готовили, отдыхали, подаяние просили. То есть километров 20 в лучшем случае они проходили за день. То есть месяцем идти как минимум. И вот 4 месяца они жили с Гаурангой. Потом идти нужно было в Пури и обратно. И вот и так можно получить представление, какие они домохозяева, что могут полгода там дома не быть. Внешне не домохозяева, но такие домохозяева, мы саньяси должны принять пыль с их лотосных стоп. Такие грехасти, их положение великолепно. И даже у нас нет такого чувства. And the rest of the time they are staying in Godam, they are crying Hagur, Hagur, Hagur. Остальную часть года, когда они жили в Гурадаме, они всегда находились в разлуке с Махапрабху. И вот, когда Махапрабху, он 4 месяца непрерывно танцевал и являл свои лилы с преданными, это зовется общением. Смотрите, не только преданные общались с Махапрабху, но и Махапрабху общался с преданными, поскольку Махапрабху не мог оставить их общение, значит, обмен любовью прити. И как с Рамбхамом Бхаттачарья, я преданный тоже общались между собой, как с Рамбхамом Бхаттачарья, он общался с Махавишну Аватарой, Адвайта Гасаем. И у преданных были какие-то прекрасные отношения, санга. И Шрила Бхактивинода Тхакур, он дал прекрасное объяснение насчет санги. Без санги мы не можем жить. Но через Радхаятру, через Чатурмаси Врата, через Харапанчами мы должны понять, как мы можем получить чистое общение. Иначе что толку, что мы будем делать с Радхаятрой? Это примеры, через которые мы можем получить общение. И вот Махапрабху иногда шел к Нарендра Саровару или к Индрадюмна Саровару, чтобы принять омовение там во время Чандан Ятры. Махапрабху плавал в этом Нарендра Сароваре, и также Махапрабху являл Нарайна Лилу. Адвайта Гасая в форме Ананта Нага плавал в этой воде, а Махапрабху спал на нем и явил лилу Ананта Шаяна. Иногда какие-то водные лилы были с Сарвабхаумой, с Пундариком Видьянитхи. Пундарик Видьянитхи очень тяжелый, в смысле, этот тучный человек, и вот он тоже играл с Махапрабху в эти водные игры. Сарваматтаджи is a big personality. He is now playing like a child, how he looks.
И вот Сарвабхаума Бхаттачарья говорил, что это волшебство Гуру Лилы, что даже такие великие пандиты, как Сарвабхаума Бхаттачарья, они могут играть как дети в какие-то водные эти забавы. А есть на пути Анугати, это первое, то, что мы не можем, оставить какое-то ложное эго о себе. Мы не можем показать полное самопредание на пути. Имеется в виду, мы не можем не показать полное самопредание на пути вот этой Анугати. А во время Чатурмаси преданные они просили позволения у Господа, что мы. Вот после Чатурмаси они уходили, просили позволения у Махапрабху. Махапрабху ничего ответить им не мог. Он просто плакал и все. Поскольку все преданные уходили. В тот день Шрила Прабхупад говорил об этой сиддханте, что в тот день, когда мы почувствуем разлуку с Гуру и Вайшнавами, тогда мы поймем, что мы достойны совершать Рагануга Бхаджан. Мы не чувствуем никакого разлуки. А если мы не чувствуем разлуки никакой с Гуру и Вайшнавами, то что же за Бхаджан такой? Это главный признак. И Махапрабху, когда говорил с Рай Раманандой и в Южной Индии, он спрашивал: «Вираха, разлука, какая наисильнейшая разлука?» Махапрабху спрашивал: «Среди всех видов разлук, вирахи, какое же чувство разлуки самое высшее?» И Рай Рамананда отвечал: «Разлука с Вайшнавом, Махапрабху». И вот все преданные, они уходили от Махапрабху, и Махапрабху плакал. И Рай Рамананда, он пытался утешить как-то его. Сварупа Дамодар тоже пытался утешить его Прабху. Никто не может находиться перед вами. И у тебя так много любви, так много привязанности, так много любви к преданным. Они приходят, чтобы чтобы увидеть тебя, а ты плачешь, и, пожалуйста, перестань плакать, иначе они, видя тебя плачущего, они не смогут уйти. И такое чувство разлуки Пурушоттам Лила, она очень важна. И постепенно, если мы будем обсуждать о каждом настроении Махапрабху, тогда мы поймем. Это очень обширная тема, каждый момент Махапрабху, он являл такую лилу, что даже Брахма Шанкар и Ананта Дев, они не могли. И любые лилы, которые Господь являет, даже Ананта Дев не может объяснить, насколько они велики. И Махапрабху, он помогает нам. Понять Рагануга Бхаджан. Без Шри Чайтани Махапрабху, без него, если мы перепрыгнем и попытаемся войти в Рагануга Бхаджан, это бесполезно. И вот в следующий день я могу рассказать об этой шлоке. Если вопросы какие-то, можно спросить. Према Вайварта, она великолепная книга, написанная Джагадананда Пандитом.
очень простая книга, но внутри этой книги можно найти все о Намбаджане, о Рагануга Баджане и обо всем остальном. If you don't believe, there's no useless, what I can do, it throw, then argue. Only if it is вот in Javadharma, it говорится, in Javadharma it is written, Siddha Babaji Maharaj, Siddha Babaji Maharaj на Гадруме. Каждый день он читал Прамавиварту и проливал слезы. У Джавадхармы можно найти, что каждый день Бабаджи Махарадж он читал Прамавиварту в своем баджанку через огромное чувством разлуки, плача. И это не шутки, если мы будем думать, что Прамавиварта какая-то бесполезная книга, это не так. Гуркишвардас Бабаджи Махарадж он носил с собой только Прартхану и Према Бхакти Чандрику, только эти две книги. Прамавивартана – это очень прекрасная, великолепная книга. Если кто-то поймет Прамавиварту, я уверен, он может избавиться от всех своих проблем и начать Рагануга Баджа. Настолько она прекрасна. И Махапрабху также объяснил, И вот йоги гьяни, настроение Радхарани таково. Йоги гьяни не могут медитировать на лотосные стопы Кришны, но мы, гаудии, наша медитация, она должна быть естественна, а не искусственна. Автоматически, когда мы идем что-то готовыми и прочее, мы должны видеть лотосные стопы Гуранги. Что такое совершенство? Просто повторить утром 25 тысяч святых имен, это и потом ничего не делать, это не совершенство, а все время мы должны помнить Кришну. И вот Махапрабху говорит Шрути. Вот Махарадж, он прочитал Бхагаватам, имеется в виду вслух, и вот есть запись, скоро будет опубликована, и также раздел Бхагаватам с Ведастути, это тоже будет вскоре опубликовано, и там описывается, как все эти риши и муни, они возносят молитвы. И вот в одной из молитв Арайо. Что это значит? Арайо – враги, значит. Ори – враг. И вот те враги, как, такие как Камса и прочие, они думают о Кришне иногда, но негативным способом. И вот они думают, где же Кришна, чтобы убить его, но так или иначе, точнее, думают, что Кришна убьет нас. И вот они боятся, поскольку уже предсказание было, что Кришна убьет их. И те вражеваси, те гопи, они тоже думают о Кришне, но у них у каждого свой отдельный угол зрения.
И вот Махапрабху говорит, что мы, и вот эти шрути, они хотят получить тоже ту же удачу, как те гопи, которые совершают такой баджан. Те шрути, шрути смотрите, они не бесформенные, они олицетворенные. Они приняли какую-то полную форму, и они пришли к Бхагавану и начали возносить молитвы ему и молиться лотосным стопам Верховного Господа. О Господь, мы хотим также обрести ту великую удачу, чтобы мы могли совершать баджан как гопи. И вот те шрути, смотрите, они пришли впоследствии в форме гопи, понимаете? Не один раз, а много гопи есть. Эти гопи, они пришли в... Эти шрути, смотрите, они явились в форме различных гопи. Есть много видов гопи, как в Наймишаране. Те риши муни, они думали о лотосных стопах Рамачандры и хотели обнять его с Три Бхавой, но Махапрабху сказал, точнее, Рамачандра сказал, что в этой жизни это невозможно, поскольку я Марьяда Пурушоттама Рама. Я могу принять вашу любовь, но в следующей жизни, в следующей аватаре, я явлюсь как Кришна, и тогда вы можете все участвовать в моей лиле. И вот есть много видов различных гопи. Муни и риши, они также, по милости Рамачандры, они явились как гопи. И Сита Деви, когда она ушла под землю, эта земля разошлась, и Сита Деви вошла туда, и земля опять захлопнулась. И потом Рамачандра, он плакал долгое время и царствовал в своем царстве без жены. Но в то время практика была, что яги совершали, а для яги домохозяевам жена нужна. Они с женой должны участвовать в яге, поскольку без жены нельзя ягью совершать. Рамачандра, Юдхиштхира и прочие, они с женами совершали ягью, поскольку жена считается половиной тела. Махадев Шанкар Бхагаван сказал в четвертой песне, что половина тела отдана жене. Никто не понимает значения с этой супружества. Подлинное супружество, согласно ведической системе, значит объединение сердец. И поэтому в те дни, если муж умирал, то жена, она тоже входила в огонь, поскольку она уже от горя была полумертва, и поэтому она тоже входила в этот погребальный огонь, как Гандхарима. У подножия Бхагавана, у подножия Гималаев, когда по наставлению Видуры он отправился совершать баджан, и на седьмой день он в своем этом шалаше находился, и вот он, и он явил какой-то йогический огонь и сжег себя, этот шалаш, и жену в этом огне. А потом пандавы, мадри она тоже вошла в огонь и попросила Кунти: «Кунти, ты моя старшая сестра». И вот эти две жены, в общем, по просьбе мадри Кунти, она
позаботилась о детях. Такая система была. То есть этот муж Мадри умер, она тоже решила в огонь войти, а детей оставила Кунти. И в этом случае вот жена считается половиной тела, и во время яги, в каждой яге все время Рамачандра, он делает новую статую, не статую, а виграха называется, статуя, как бы такое материальное слово, виграхуситы делали из золота. И вот они призывали в ситу туда, рядом с Рамачандрой поставили. И все эти золотые ситы потом родились как гопи. Так много гопи. Еще Махарадж, когда говорил о Гопи Гите, и там кстати, какие-то гопи с низкой касты, они тоже очень удачливые, они имели такую любовь к Кришне также. И вот все время без всякого перерыва, то есть если вы будете думать о уме и в материальном уме, и материальном теле, вы отклонитесь от пути. То есть пока вы время думаете о материальных вещах и вещах, связанных с телом, вы в это время отклоняетесь от пути баджана. А успех в баджане значит непрерывное, беспрерывный поток мысли, поток связи с Кришной. Если есть какой-то перерыв, какой-то обрыв, и поэтому говорится, что обусловленные души должны совершать гуру Вайшнава Севу, поскольку они в баджане не могут постоянно думать о силе, они не могут думать о гуру лили постоянно. А если мы заняты служением, то тогда наш беспокойный ум, он окажется под нашим контролем и будет сконцентрирован на лотосных стопах Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, и таким образом достигнет успеха. В процессе могут быть какие-то проблемы возникнуть, как давление ума и тела, но обычно тяжело потерпеть это, если кама, краудха и прочие вещи беспокоят нас, то Рагунат Фидас Гасай говорит, нужно звать имена Гуру и Вайшнавов, о Бхактивинода Тхакур, о Прабхупад, спасите меня, о Рупа Санатан. Если мы будем звать их имена, то увидишь, что случится, вы получите результат. В тот момент, когда вы будете молиться, звать Гуру Вайшнавов всем сердцем, они даруют вам силу. И вот таким образом вся эта Джаганатх, Лила Радхаятра, Лила Харапанчами, все Пурушоттам Дама, в период Радхаятры мы должны чувствовать влечение к Шри Чайтанье Махапрабху или Кришне. Если вы не чувствуете влечение, поскольку вы не знаете, что толку от лотосных стоп Кришны, кто-то знает, что если денег заработать, то есть толк от гуру Вайшнавов и Бхагавана, не все понимают. Если вы не понимаете пользу от чего-то, то нельзя привлечься к этому. А если мы не чувствуем вдохновения, мы не можем совершать баджан. Без вдохновения мы не можем совершать баджан должным образом. Это невозможно, понимаете? И вот все время мы должны совершать стотры, киртаны, с различных, различные киртаны мы должны петь. В тот день я говорил, насагривару моктикам, каратали венукарекам канам.
Sarvange Hari Chandanam Shuralitam Kante Chamuktavalim Gopasti Parivesito Vijayate Gopal Churamani. И вот можно также повторять такие шлоки, ну, различные шлоки. Помните, чтобы что-то помнить, надо энергию этому посвящать. Тут мы можем что-то пытаться запомнить, но если ум беспокоен, то не сможем запомнить. И поэтому вот очень благоприятно запоминать различные шлоки. И вот Прамавиварта очень хорошая книга, но мы должны изучать ее. И если вы чувствуете сонливость, не хотите ничего делать, ну, по крайней мере, можно слушать, как преданные они поют киртаны или Бхагаватам читают. По крайней мере, звук, он очень благоприятен. Это трансцендентный звук, он очень благодатен.